Опираемся на лопатки, скользим. Я засниму, как я хочу. Шире, шире лопатки. По шее хорошо, нормально опирается лицом, но ноги не в тонусе, тянуть носки надо, тянуть вовнутрь. В лопатках надо кистями еще сильнее опираться, потому что они дают получить. Еще. Видишь, тебе легче с этими лопатками ноги поднимать. Это как качели. Нажал, ноги подняли. Еще раз. Хорошо, опять обратно еще. Вот слишком широко. На уровне плечей. Дело еще подкролируй ногами, толкнулся, еще удлини свое скольжение искусственно. Да, хорошо. Еще раз. Ну, видно, Танина школа, она тебе, наверное, рассказывала, что при кролировании надо мягко бить всей вот этой поверхностью передней, так, чтобы только пятка поднималась над водой. Чем меньше брызг, тем более качественно выполнена ударная техника ногами. Хорошо, чтобы мы не замерзли, значит, надо будет нам сегодня сделать два треугольника. Треугольник будет прямоугольный. Будем левым плечом оплывать. Сначала на оранжевый, потом на белый. Потом вернуться до уровня оранжевого по прямой. Будем бить на это дерево высокое. Возвращаемся и второй такой же делаем круг, треугольник. Задача скользить как можно дольше, как на меньшее количество рывков плыть. И выключать ноги. По остаточному принципу только для баланса ими работать. Концентрироваться на хорошем скручивании и скольжении. Я тоже беру лопатки, с собой проплыву. Сейчас. А камера снимет, насколько мы виляли.
move or not. This one is the 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 move or not.